К другим новостям. В Аргиевском районе продолжаются инфраструктурные проекты. Благодаря усилиям местных органов власти, а также при поддержке команды бизнесмена Илона Шура, в коммуне Малагешт Аргиевского района отремонтирована и сдана в эксплуатацию дорога на центральной улице. Эта дорога соединяет села коммун Малагешты и Терзиены. По словам политика Илона Шура, за последние 4 года в развитие инфраструктуры в коммуне Малагешты было инвестировано 8 миллионов леев. Раньше дорога на этой улице была ужасная, она была в плачевном состоянии. Мы очень рады и благодарны районной администрации и господину Виктору за то, что они помогли нам и вытащили нас из ям. Мы очень рады и поздравляем всех, кто приложил усилия. Конечно, мы очень рады, все жители коммуны Малаешты. Действительно, раньше было тяжело. Сейчас сделали все село, освещение, все прекрасно. Мы очень благодарны и за дороги, и за освещение, за все. И за социальных работников для нуждающихся пенсионеров, и за аниматоров. Мы благодарны от всей души за все. Очень рады, потому что дорога хорошая, красивая. Только жить, здоровье и мира на земле, чтобы могли по этой дороге ходить. Вот. Раньше ямы, ухабы до колен. Я когда в 71-м году приехала в Малаешту, то вообще до колен было. А то дети из школы приходили полные сапоги с водой. Представитель Аргиевского района Дина Цуркана уточнил, что целью стратегии развития района является модернизация сел и коммун, чтобы убедить тех, кто уехал за границу, вернуться домой. Мы находимся в коммуне Малаешты, где сегодня сдаем в эксплуатацию часть дороги, почти 2 километра дороги было заасфальтировано. Проект был профинансирован районной администрацией, а также из местного бюджета коммуны Малаешты. В этот проект было инвестировано почти 2 миллиона леев. На торжественном открытии отремонтированной дороги присутствовал вице-премьер Аргиева Валериан Кристия. Политик поздравил местных жителей с изменениями и поблагодарил их за то, что они остались в родном селе и помогают его развивать. На сегодняшний день муниципий Аргиев стал самым красивым городом в Молдове. Гости, которые приезжают к нам в город, называют его столицей Молдовы, в том числе и румынские делегации, и мы не спорим, мы согласны. Действительно, город освещен, красивые дороги. На данный момент общая протяженность сделанных дорог составляет 170 километров. Для города это очень много. Сюда входят и дороги, и тротуары. Сейчас я разговаривал с председателем района, и у вас около 40 километров дорог, которые были отремонтированы за последние 4 года. Сегодня мы открываем эту дорогу протяженностью 6 километров. Со словами благодарности и поддержки обратился к сельчанам и бизнесмен и политик Илон Шор. Политик отметил, что его команда искренне верит в потенциал страны, поэтому продолжит делать Молдову комфортной для всех граждан. Я очень рад, что сегодня мы открываем еще один проект в Аргиевском районе. Сегодня Аргиевский район – самый развитый район по всей стране. Для меня развитая Молдова – это не только слова, это конкретные действия и реализованные проекты. Я уверен, что мы должны строить Молдову своими силами, и мы сделаем это. Спасибо за поддержку. Помимо веселых игр с аниматорами, а также праздничного концерта, юные жители села смогли поучаствовать в торжественном открытии дороги. Им доверили ответственное задание – перерезать красную ленту вместе с официальными лицами. Вы можете видеть, что ваш выбор, который вы сделали 4 года назад, когда избрали и районный совет, и примара, принес свои результаты. И мы не остановимся на этом. Бог нам в помощь, и мы решим и другие проблемы, которые есть в коммуне Малаешты. По словам Илона Шора, подобные проекты придадут импульс экономике Аргиевского района. В этом году команда бизнесмена намерена модернизировать 30 населенных пунктов Аргиевского района в соответствии со стратегией «Аргиевский район. Район мечты».